Всем привет! Теперь мы с вами будем готовить котлетки. Для этого нам нужен кусочек хлеба, молоко, фарш и лук. Лук трем на терке. Так как у нас фарша совсем немного, поэтому луковку я взяла небольшую. Теперь сюда ломаем кусочки хлеба. Заливаем молоком. Хлеба можно еще вот добавить. Помнем. Все потолкли. Теперь сюда ложим фарш. Фарш у меня куплен домашний, смешанный. Солим. Поперчим немного. И снова толчим. Все тут мягко, можно ложечкой помешать. Фарш размешали. И теперь, чтобы котлетки получились более пышные, нам нужно положить сюда чуть-чуть соды. Вот так наугад ложу. С ними все перемешали. Все, теперь будем формировать котлетки. Котлетки у нас сформированы. Теперь нам нужно их... Котлетки я делаю маленькие. Всего-то у нас их 6 штучек, нам двоим хватит. С ним немножко придадим форму. Вот такие у нас котлетки. Сковорода разогрета, теперь будем укладывать котлетки в сковороду. Накрываем крышечкой и жарим. Проверяем котлетки. Все готово. Ложим под крышку, чтобы они немножко погрелись, как бы пропарились. Вот у нас получилось
наш полдник. Дочка с сыром захотела, а я вот с помидорками буду, с солеными половинками. Приятного аппетита!